так называемой прямой возвращении, и их ждет жесткое торможение перед последним поворотом. Сейчас болельщики, которые находятся на главной трибуне, я призываю смотреть именно в сторону последнего поворота. Вот пилотон появляется здесь, в завершении первого круга. Итак, Хосе Мария Лопес первый, следом за ним. Габриэль Тарквини, Бастиан Рокко приземлился, висит на спасе у итальянского ветерана. Далее Фиат Монтеро, и Бастиан на пятом месте, в полном круге.